Добрый день, дорогие, вечер, ночь, дорогие фанаты. С вами, как всегда, видеообращение. Я Болкин, я пишу один в такой вот атмосфере ночной. При свете дня никто не сломает меня. Вот. Я пишу один, Илья умер, Женя умер, Никита умер. А, Никита не с нами, Иван с нами, ой, не умер, ну, все. Это 13-е обращение, мы хотим рассказать вам, точнее, я хочу рассказать вам немного новостей. Вот. Что еще хотелось бы? Ну, новости хорошие. Вот. Значит, ну, в принципе, ничего нового не происходит, на самом деле. Ну, мы как бы продолжаем снимать смешновки, это основная как бы наша часть. Мы снимаем смешновки ТДУ, Грид, что там еще? Ну мы Майнкрафт еще снимаем, но это не важно. Вот, подкасты делаем каждое воскресенье, все по-хорошенькому. Пранки стараемся снимать. У нас эти пранки новые. Вот, были. Ну, вы посмотрели, наверное, самые длинные. Ну, не знаю, как насчет. Смешные, нет? Вот такие вот дела. Ну, что еще хочется уметь? Здоровали. Ну, вот. Вот, да. Ну, продолжаем снимать. Да. Вот. Сейчас надо снимать, кстати, Дэйс с Алексом, наверное, будем писать. Вот, что еще из нового. И EPV, может быть, еще с Алексом будем писать, да. Там не тесно, нет? Подвиньте, просить. Вот. Да, ну, сюрприз. Да, Илья приехал ко мне в Питер. Нет. Это на самом деле монтаж. Да, Илья. И вот это вот тоже монтаж. Ай. Да. Можно его? Но это не мог. Пока. Вот, короче, Илья приехал погостить ко мне на 5 дней. Это, естественно, сюрприз. Вы такого, наверное, не ожидали. Я все вижу. Не нужно, значит, если прямо. Значит, вас ожидает неделя сюрпризов, будут новые видосы. Да. Наверное, будет какой-нибудь там блог, может, намутим. Вот, ну. Там. Вот. Ну как. Вы не представляете, какой это придурок. Ну, ты чё? Вот. Ну. Я, кстати, снял. Интересно. Ну, я знаю. Чё, всё это? Надо рассказывать. Ну, да, ну вот. А, покатушки завтра будут. Покатушки будут, да. Тизер вы уже увидели. Увидите в следующем видео. Да, в следующем видео. Оно сразу будет. Да. Оно короткое будет. Сотое видео, это шедевр. Это, кстати, да, подарок. Так, короткий тизер. Будет, ну ладно. Да. Я должен был взять свой микрофон в Питер, но... У меня вот замает микрофон его. Да. Диаметр. 4 мм. Довольно. Большая глубина. Если вас вызывает опасения. Моя большая елда. Но? Моя елда. Матюк пишет. Ему пишет Матюк. Наташа, привет, кстати. Передаем привет Pineapple. Ты их закрываешь, пишет. Можешь? Это пишет Александр. Можешь? Спасибо. Я сейчас делаю прочь. Сударь, это точно ты? Это не попало. Опа. Так, вот как раз бэксайд посветить. Значит, ну... Кстати, этот мудак гоняет на байк как мудак. Этот человек гоняет на байк как идиот. Короче, вас ожидают отличные покатушки. Просто. Можно расскажу начало, как я сюда приехал? Да, кстати, расскажи начало, потому что. Короче, ехал в Сапсане, в котором было. Нет, ты можешь расскажешь, как вообще тебя спасли было. Идея приехать ко мне. Ну значит просыпаюсь. Ну, думаю, такой. Значит, я иду себе, значит, прямо. Да. Мне скоро 18, как бы, и я думаю, 18. Надо как бы на права сдавать. И потом подумал, что ну, билеты я выучу, а практики я как бы, ну, как я практику попрактикую, у меня нет ни машины, ни. А если она нужна машина? Ну вот, а булки есть восьмерка, я такой так просыпаюсь, думаю, блин, надо в Питер ехать, мама такая ходит в комнату. Я такой, мам, надо в Питер ехать, она такая, ну есть, ну я подъехал. Вот, ну так вот, я выхожу из Сапсана, этот мудак выходит там. Вы сейчас это увидите. Да. Нет. Смотри, ну да, смотрите. Короче, приезжает один важный человек. Он не написал смс-ку. Идиот! У меня болит спина. Ты больной? Помочь? Я? Да. Мне нужен туалет. А что, ты не мог поссать тут? Нет, я когда захотел, он остановился. Рассказывай, что как. Убери свой контроль.
Че? Ты не поверишь, с кем я ехал. Я ехал за спонсором. Что едешь? У меня весь вагон был спонсор. Я заметил, что ты почему хочешь? Двухметровый пидорос. Ты больше меня, нет? Уже нет. Сейчас родакам позвоню. Пока. Пока. Давай деньги. Какие деньги? Какие деньги? Какие деньги, блядь? Хорошие деньги, давай. Оно у тебя широкоугольное, да? Да, 135. 135. Блин. Нахуя приехал? Пока. Пока. Я поехал, я сейчас обратно поеду. Я специально снимаю побольше. Никак да, просто. Больше всего монтируешь. Давай. Вот что ты молчал. Как тебе моя прическа? Ну вот, вы посмотрели, значит, ну, примерно так оно и все и было, извините за плохой звук. Вот. Ну, потом... Ну, шлем пиздату. А, потом, кстати, еще один кадр, когда Женю он видел первый раз, смотрите тоже. Ой, что за писюн торчит? Ну, это Питер. Ой, это площадь какая-то там, ебанутая. Не знаю, площадь Восстания называется. Кстати, площадь Восстания, давай Восстанем. Пока. Это он из Москвы. Большой. Кто, я? Да. Спасибо. Нет, не реально жирный. Вырос. Yep. Мы с тобой мерились в прошлом году, мы были одинаковые, но ты все равно оказался больше. А сейчас ты вообще велик, как бы, мудак. Смотри прямо вот. Такое ощущение, что... Да, ну понятно, да. Я пошел, все, пока. Идиот. Я уже давно хочу. Правильно мне мама сегодня с утра уговаривала, блядь, возьми на один день меньше, мне и билет, блядь. Ну хуй, мудак, ну. Мудак, еще один мудак. Два мудака, блин. А, я кстати, все руки не пожал, мудак, ну и хуй с тобой. Как не пожал? Ты что, дурак, что ли, мы пожали? Да, я не помню. Нет. Охуеть. Я на этом коне не поеду, а, потому что ты, такси... А, ты сейчас замерзнешь, если что, так, по секрету. Есть куртка? Хуйня, есть, но она где-то глубоко, мне не искать. Последуй, что-нибудь скажи. Хуйня. Питер хоть пить меня. Ну, с кем задумаешься, эти хуйня? Да, ну... Мы посмотрели тоже вот так вот такие дела, вот как он встретил Женю, он Женю тоже увидел. Мы встретились со всеми друзьями. Ну, короче, вот, ну, я могу ногу сделать. Мы тут все, кроме Щербинина, я думаю, тоже так он мог сделать. Флешмоб. Ну вот. А ты хочешь этот Алекс можешь посмотреть? Алекс, мы. На самом деле, мы это не мы. Ладно, давай, пока. Пока. С командой. Я так вообще не понимаю, ладно. Здрасте. Это мы хотели к Алексу в гости. А, что, у него борода, кстати, такая. Да, вот, ну, маленький. Ну, вы на аватарке. Вот, а, да. Мне, кстати, понравилось, когда я его встречал с Апсаном, он начал звонить кому-то. Ну, мне. Тебе. Мне пропущено. А ты меня видел раньше? Он меня не видел. Не, я увидел тебя раньше, увидел, но ты меня не видел. Да. Ну, потому что ты не видел меня. А, кстати, по росту мы одинаковы. Только я толще, он хуже. Худею. Хуе. Не, вживую вот этого слушать реально. Прикол в том, что ну, мы видимся второй раз. Там стоит причины. Фонарик. Да, это фонарик. А, сейчас ночью где-то звучит самое. Тебе зеркально. А, прикол в том, что. Подписывайтесь на канал, ставьте мыши просили. В то. Вот там вот спят родители мои. Бабушка дедушка. Стене. Бабушка пишет. Бабушка. А че. А че ты держишься? Ну лайк ставьте. Ну такой. А, давайте расскажем. Короче, кто еще в курсе? Мы с Ильей уже виделись, он живет в Москве. Нет. В Твери. Я живу в Твери. Я в живу Двери? В Москве. Ой, я живу в Питере. Уже. Смотри. Видел. Прикольно. Да. А, вот. И, короче, мы с ним в прошлом году уже виделись. Да, на сходке с Матросской. На сходке позову всю жизнь. Не, ну в смысле, ну. Я да. Не знаю, может ставить ему ролик. Не надо ничего ставить. Ну, короче, это было ужасно, на самом деле. Это был один день. Вот. Я говорю, может, у меня три дня, ты говоришь, это один день. Очень просто. Какой три дня, ты тупой, я три ночи я жил, если ты забыл. Я приезжал в Москву на 4 дня, 3 дня я жил там, а последний день я ночевал. Я приехал с утра днем. А, то есть у меня только одну ночь была, точно. Да. А я к тебе вот... А он приехал во вторник, ой, среду. Среду, ну сегодня среду, да. Мы сегодня весь день. Ну да, ну а в катушку видишь. Еще у нас четверг, пятница, суббота. И воскресенье вечером. И поэтому насчет подкаста, не знаю, наверное, он будет в субботу вместе с нами, либо... Да, если мы как-нибудь его проведем, потому что надо булки ставить цен, надо его настраивать, и это гемор. Либо он будет потом. Вот. Такие дела. Да.
Что еще из ванны? Я не знаю, зачем это видеообращение, это просто чтобы попонтоваться, что я у тебя в гостях вообще. Может, 2 грамма. Да, смотри. Ну, я не знаю, может это показать. Да, это голограмма, вот, да. Вот. Кстати, я думаю, это будет не видно, 1080p даже на весь экран, но все равно. 1080, по-моему, ну ладно. Все, больно? Еще скоро 720 в 60 FPS. Не знаю. Зачем снимать обращение в 720 FPS? Короче, у нас большие планы. Постараемся порадовать вас роликами. Надо было стробоскоп скачать. Я наконец-то узнал пароль от нашего канала. Да, кстати. Я его поменяю, когда тут приеду. Нет, зачем? Не знаю. Да. Кстати, пароль 3284. Пробуйте. Да, подбирайте. Подбирайте такого. Вот. А крышку надо будет себе. Прикольно, я не знаю, да, расскажем, все равно. Прикольно было то, что, короче, у меня есть одноклассница бывшая. Это мне так интересно. Ну, не знаю. Ну, короче, я учился в школе когда? Как-то? Не важно. 100 лет назад, да? Ну, да, вообще. Uh-huh. Вот, учился в школе когда? У меня была одноклассница, и, короче, мы по скайпу еще разговаривали, когда у нас канала не было. С ним не было. Вот. И, короче, ну, они там общались, и сегодня был такой прикол, то, что мы решили позвонить этой однокласснице, я тоже ее дома не видел, и, короче, он, вот, короче, мы разыграли, там, ее не слабо, короче, Илья спрятался за подъездом. И неожиданно вышел. Мы подъехали, как бы, ну, я на мотоцикле с ним, пассажиром, и Женя отдельно на мотоцикле. Вот, и мы, как бы, с Женей стоим, сказали, чтобы она вышла, ну, ее Ладору приезжаем, а... Потом Илья выходит такой. Здравствуйте, ребятки, я тут мимо проходил. Ну это то же самое, то, что сейчас вы видели. Всем привет. И, ну, у меня вот такие вот глаза, вот реально. А, ну вы еще будете видеть теперь новые фото, потому что мы как бы подлиться не хотели до видеообращения. Это подлиться. Подожди, ну, понимаешь? Ну, вы же там какие-то новые фотки выкладываете на группу? Не группу, а просто в аватарке там может. Охуеть, не аватарки не видели, ребята. Вот, пипец, в группе вообще ничего нету. Да, руководства нет, все вообще. Блин, фонарик слить. Лампу убери. Лампу убери. Давай еще. О! Это на камне. А, кстати, иди, Питер не понравился. Да вообще Питер говно. Питер это как какой-нибудь город железнодорожный пригород вот, в Москве. Вот. Мало домов. А, он первый раз в Питере. Ну как я был первый раз в Москве в прошлый раз. Кстати, интересно получилось. Это был не первый раз. Интересное кино. Это был на МКАДе катался один раз. А, ну да, бывало. Вот. Ну что, кончаем? Это будет тихое обращение, кстати, потому что мы говорим тихо, и да, нифига не знаю, слышно. Мы попробуем, может, сейчас он включит усиление еще микрофон там включенный, там просто звук такой. Это, короче, а, еще я буду монтировать это сейчас через Вегас, я уже сбивал от тизера, я его тоже делал в Вегасе сейчас. Да, я представил, как он просто, ну я вживую видел, как он монтирует, и я представил, как он монтировал фильм час 47. Да, он уже понял, что у меня кривые руки. Просто больной человек, я не знаю, как разговаривать. Ну давай. Но я оставлю ему пример, да, все, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я уезжаю, на самом деле, он приехал снять обращение. Да. И на самом деле, это монтаж. Да, поэтому. Мы снимали с хромакеем. Все, пока. Давай. Удачи тебе доехать. Да, все, пока. Всем пока. Пока.